Слухай. Так, все, тихо. Ты мне не двигаешься. Вот, господи. Фига вас много, кстати. Вы тебе смерть. А может, да, 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 я всем кулак дам. Там кто-то сбежал. Ой, Бэпси, по-моему, этот. Мимо. А Саймон, если сбежали. Ну-ка, приведи их сюда. Да смысл, если сбежали, значит, хватит играть, значит, вот так вот, по лбу вот так вот стукни им их нахуй и все. Ой. Ой. Кто меня ищет, блядь, я на месте стою. Это мой личный пространство. А где Евгения? Вся комната. Блять, она вылетела, возьми бить. Он пока не зайдет, Гёли может зайдет. Так, у вас будет глобальная игра. Мафия. Так что я вам включаю ночь, включаю заморозку. Угу. Раздаю Гёли. Значит, на спавне. Какой у нас дефицит? Чур, я проститутка, отвечаю. Почем ты... на ночь? Окей, принимаем ставки. Я знаю. Ну, вообще первоначальный тролль говорил, но принадлежит, поскольку его нет, у нас тролль принимает ящер. Модель. Брашка, ты такой щедрый, всем по доллару раздаешь. Брашка, мне тоже дай. Яйки. Он выдает только избранным. Так я избранный, потому что я не хожу на летние лагеря. Блять, а все всех. Так, вроде 4, Гёли. Ага. Спасибо, Чизи, ты такой щедрый. Так, а он этот, местный фонд помощи бедным. Ура. Чё Женя там, блядь? Пиздец, Женя, как обычно, нахуй, вылетела в самый ненужный момент. Так, зэки. В принципе, так как у нас мало времени, мы сразу начинаем играть, потому что, блядь, ну... 15 минут осталось до конца карты. А MX Extend Pump Monster может кто-то использовать? Ммм? Вот это ком... Ой, блядь, чат недоступен. Блядь, я не могу в чат написать. Ну, короче, есть команда для продления. Можно написать собачка. IMAX Extend Map. У меня нет привилегий, чтобы писать. IMAX, нижнее подчеркивание, Extend Map. Проверьте, кто может. Если вылезет ошибка, значит не можете. Не, ничего вообще не было. Даже в этом. Так, ладно. Чё, зэки, начинаем. Чё, а, первый пришёл? Можно как-то чат включить? Зачем? Я напишу команду для продления. Я написала, я. Там ничего. Ну, это может у тебя ничего, а у ящерки может сработать, он же тут, типа, бля, самый крутой, по-моему. Напиши ему в личную. Там в личную можно писать. А, нихуя. Это где? Это личный кабинет? Личное сообщение, всё вижу. Все, вот теперь у всех есть. Все, начинаем. Так, пишем мне в личное сообщение. А что, может, по очереди как-то не? Сейчас, подожди. Так, распальцы у нас получается. Проститутка пишет мне в личное сообщение, кого она изнасилует этой ночью. Проститутка дает алиби игроку. Вот. Давайте меня, давайте меня. Угу, все, я услышала этот проститутку. Так, просыпается мафия, пишет мне в личное сообщение, кого она убьет.
А можно ник, пожалуйста? Так, я услышала проститут... Мафию. Так, просыпается... Доктор? Ага. Я его ищу, потому что я не помню, кому что давала. Просыпается доктор, пишет, кого он хочет зарегистрировать. Я думаю, подожди. Все, я услышала доктора, пока. Все, просыпается... шериф проверяет. Ой. Так, всё. Так, подождите. Ты в курсе? Подожди, я перебью немножко. А можно как-то подемкать? Ты в курсе, что ты меня зрение включил, и я видел, кто шериф? Так. Ладно, я не скажу. Ну ладно. Я. Так, подождите. Сука, меня 100% убили. Нет, тебя 100% не убили, потому что люди знают, что проституток беречь надо, понимаешь? Так, всё, просыпаемся. Да. Доброе утро. Короче, вылечен у нас Сенсимон, а убитый изнасилован Сексул. Это как я убитый? Эй, да не надо. Подумай. Так и знал, что это Сенсимон. Просто чуйку у меня. Вообще просто вылечили. Ай, у меня последняя фраза, слово, да? Нет, другое. Хорошо, я хочу сказать, то что, так как этот, типа, поняли, кто... Бля, сейчас мысль подумать надо. Ну, понимаете, меня убили нахуй. Морально, я считаю. Короче, последнее слово, я считаю, что это кто-то из тех, кто активность проявляет, то бишь, либо ящерка, либо, возможно, ту тему, потому что, как бы, типа, смотрите, не смотрите, все дела. Вот ящерка, он умеет пиздеть, по нему уже видно. Но у него, может, ну-ка, ящерка, пизданчаем, тебе хочу посмотреть где-то. Я слева. А, ты слева? Морально-то понятно, не каждого каждый день женщина насилует. Да, блять, это страшно. Вот, вот я советую присмотреться на всякий случай к им, потому что они могут запиздеть на всякий случай, я думаю. Вот. Ну и... Меня трахнули, я так не хочу жить. Да, мне кажется, дочь организовала это в первую очередь. Ага. Так, что, засыпаем? А, подождите, голосование. Голосование? Да, конечно. Так, кто голосует за ящерку? Просто плюсик в чат. Нет, ящерка. Ах ты, гандвнюк. Панчер, ты вообще сдох. Ну реально, панчик, ты чё, блядь? Рот, закройте спать. Один. Кто за Кобандес? Кто? Кобандес. Блядь, что за ник? Понятно, что китай сразу кикает. Да нет, не тратьте свои голоса. Ага, двое. Хорошо. Кто за предпринимателя? Кстати, дополняю, что у нас у каждого роли по одному человеку, то есть мафия одна, доктор один и так далее. Ну, так ты Тима мафия, его гасим. Кто за КТ? Тима этот, ну, он занят был всю ночь. Он мне писал, поэтому он не мафия, стопроцентно. Все тут Тиму гасим. Кто за Тухим? Я плюс. О, нифига, за меня целый один голос, я популярный. О, два плюса, три плюса, все. Хана, три плюса. Я так понимаю, за них уже голосовать нет смысла, да? Не, есть, давай еще за них поголосуем. Самое... Кто за Чизи? Не, я не хочу. Кто за Дэкбоя? Я буду за Дэкбоя. Да ты уже проголосовал, иди. Сенсимон, иди в Киево, сдай счёты, тут за несколько людей подряд голосуют.
Ясно, извини. Так, тут мы же, да, пизданули? Да, его. Мафия. Он да? был мирный. А, плохая, не повезло. Все понятно, почти проститутку прогадал. Кикаем. Так, что, спим? Так, просыпается проститутка. Пишет, кого изнасилует. Наследник. Сэнслон, делай, пожалуйста, более интересный выбор. Почему одного человека сразу изнасилует для убита? Интересно. А чё я? Да, сексуал, всё так и было. Ну или может наоборот. Так и было. Первая же у нас проститутка начинает. Ну естественно так и было, ты же там участвовал, ты главный организатор этого был, как ты не можешь не знать. Так, просыпается доктор, пишет, кого он вылечит этой ночью. Меня снова лечи, меня! Сука, меня сейчас жохнут. Да, я тебе отвечаю, я не мафия. Я такой же, как и ты. Только лучше. У меня в роли слишком много букв. А, ну да, я знал бы он мою роль. Так, дайте молочка попить. Панча, ты что за хуйню творишь? Энергетик, пиво. Молоко. А чё, он тебя грабом взял, что ли, или чё? А нахуй Панча сливает переписки личные, типа, и так далее, в чат? Причём, которые мне писали. Ладно, он говорит, что хочет. Что я сейчас охуела? Так, мне доктор, ты напишет, кого этот вылечит он? Я напишу, блядь. Ставлю сколько шарей. А, блядь, у меня в консоли нахуй накладывается, сука, сообщение на сообщение, походу. Ага. Угу. Когда пишет в этот чат админ, тогда он накладывается. Короче, чекайте меня либо этой ночью, либо следующей меня загасит. Так, шериф, кого ты этот вылечишь? Ой, блядь, вылечишь. Шериф лечит выстрелом из пистолета, теперь тоже как доктор. Так, и просыпается у нас, получается, мафия. Неправда. Ящерка, проститутка, он не мафия, не путайте эти вещи. Смотрите, доказательства, кто ты значил его. Так, я услышала этот... Сексуал, это шлюха тебя изнасиловала, не надо тут разбрасываться словами, Кадил. Смотри. Кот изнасилован. Так, чё, всех вроде пришлось, да? Нет, Панчер, ты не можешь, у тебя нет прав. Всё, всех пришлось? Так, получается. Деньги. Да пиздец, походу не успеем. It's time to choose. Ну, никак. Ну, давай. Заново на следующей карте играем. Да. Чё там? Давай последний раунд этот проводи ещё. А, мы можем доиграть раунд на целые полторы минуты. Да сейчас так мы узнаем. Короче, у нас получается изнасилован и убит был КТ. Вылечен был Сенсман. Вот проститутка, я тебя всё время лечил. Это твоя оплата мне? Так я тебя трахнул, и все нормально же. Мне не понравилось. А кто тебя убивал? Кто убивает постоянно? Почему мы одних и тех же выбираем? Я сам сказал, типа, а почему доктор мне не пишет? Я уже написал. Вот и ответ. Сейчас мы решим, кто мафия. Да бля, ёбаный тайм. Давайте, решайте. Тикайте шлюху уже, она наглую обновилась. Что за Сэнсом она? Да меня это. Да вы что? Ясно, давай.
Ну вас семеро, еще 4 голоса. А, кота убивай. Кто за кубан? А, меня не убил. Ты почему меня не убила, алё? А чё ты, блядь, вообще голосуешь-то? А чё, нельзя, блядь, выгибать тут? А ты так слабо бьёшь. А вот. Да, я люблю долго и мучительно. Так, кто за кубандос? БДСМ. Кто за предпринимателя? Да они уже все свои голоса на меня слили, блядь. Нет, там только 2 голоса. Кто за Чизи? А, тогда я сдох. Кто за Даркбоя? Короче, кто мафия, говори, и включай мать бы своим, я всех умру. Ага, вы все заморёжены, блядь. Так, а, блядь, не успел. Вперёд, ещё мафия был модестом. Я так и знал. А, ну, в принципе, там либо один, либо другой шлюхой был, там вопрос, кому достанется мафия, был слишком лёгкий. Шлюха был этот, ящерка. Угу. Тайм. Окей, выдвигаемся. Правильно настрою дочь, а то кто нам еще будет мафию проводить? Ну, мы с мафией как-то быстро рулят, блядь. Хорошо. Включи мы жопу давай. Жест, зэк, я уж не вы сами, но у вас КД по причине понедельника, без лечения ПД стандартные. Оружейка, мой ментальный килл. И всё. Ну, чините пока. Алло, вы чё жили? Подвиньтесь. Нихуя-то. А это чё было сейчас? Сбрасывайте оружие, выкидывайте... Ой, берите и сбрасывайте. Включаем его. Бой! Да почему ты не убегаешь, что тело? Это что-то... Мне же быть... Да, мафия сейчас будет. Отлично. Мне бесит вот эта вот КДшка, блядь. Согласен. Да что ты закинешь, мы сами... так, сейчас. Элис, микрофон. Я свой. А, всё, поняла кто-то. Давай, он пансье. Так, Зыки, после открытия клеток все выходим и становимся в один большой круг. Давайте в они все подъёбан, да. Да я куда-то нахуй тело летели, пока бы. Я не знаю. Я это... понял, давай попробуем. Ладно, Зыки, не подаём признаки жизни, теперь 1-0. Бля. Не нарушай мое личное пространство. Я буду. Тут Тим мне это в казино проебал. Нормально? Я не ящерка и не ты, я не фанат БДСМ, не надо так со мной ходить. Подожди, по-моему, 2 не хватает или... Ну тут один ФДшник. Килл всяк. Иди сюда, как бонус. Ну, не подожди, если ты жизни, если чё, блядь. Так, так. Так, все тут вообще? Блять, вроде все, не знаю. Все, меня там нету. Опять мое личное пространство нарушать, хватит. Да, я. Андос, ты не понял? Да, все тут. Я смотрю тебе в глаза. Так, Зыки, у вас будет... Я его сейчас нахуй убью, блядь, бандос. А чё, я могу? Адекватно потом в круг смотреть. Иди сюда, ФДшник. Нет, я не хочу. А, он продлил сейчас, у него ФД закончился, он себе новый просто купил. Бля, меня наебало. Зыки, не подаём признаки жизни. Я тут прилетел. Тут Тима нет, у меня ни наркотиков, ни алкоголя, ни мяса. Всё, вопрос закрыт. Чё? Дрога. Да.
блядь, есть типа бандоса? Зачем? Был приказ не подавать признаки жизни, после чего не было приказа, который отменяет его. Согласен. Согласен. Ага, еще один вылетел, блядь, заебись. Нужно вешать. Да, есть не все. Да, сюда иди. Ага. Так, Зик, идем сюда. Те, кого вешали, сюда идем. Так, заново игру начни, у них не будет роли видно. Угу, ща. Блять. Что? Ща нахуй. Так, Зеки, я выдаю вам роли, мы будем играть в мафию. Правила мафии ведь все знают. Бля, пачман, чё сейчас торопиться? Сейчас еще карты, блять, ну минут 40 её. Так что нормально. Так. Если что, микрофон всем выдам на мафию. О, не надо. Ага, ага, ага. Останьте от меня. Зачем тебе такие пикантные подробности? О, бесплатно, спасибо. Так, все, вроде всем буду, а у всех роли есть ведь, да? Я мафия, меня гасите. Ну, на голосование. Нет, я мафия, ты чё? Панчо, есть у тебя роли, встань. Спасибо большое. Блять, Модестус, какого жопа? Есть у тебя роли, не пизди. Модестус, ты чё умер-то? Ой. Он вышел. Забей на меня. Один предприниматель, предприниматель, другого хватит. Все, Зеки, в принципе, чё у нас? Начинаем мафию. Чё, сразу начнём, да, без вводного дня? Как же Боливия? Нет, это надо, это что? Ну, ладно, давай. Там сразу понятно, что Сенсман опять шлюха, чё вы думаете? Здорово, парень, как дела? Да. Чё, водный здорово. День, КТ, чё ты хочешь пожелать, чё сказать хочешь? Я хочу пожелать, чтобы шлюха опять не наглела и любила то, что делают для неё люди, а то она, блядь, её обнаглела в прошлый раз, и я был убит из-за этого. Угу. А, Дарик Бой... А, подожди, 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 микрофон, микрофон, чё не напомнил-то? То стоит 120 рублей. Это не рубли, это баксы. Что вы хотите пожелать, сказать, Дарбой? Дарбой! Угу. А, Панчер? А, Панчер, ты просто этот гений маркетинга, типа, дай мне деньги, чтоб я купил тебя. Предприниматель? Что ты хочешь сказать? А, у предпринимателя тоже голос нет? Или есть? Предприниматель есть голос? Есть, у него есть. А, ага. Ну, ФК, похуй. Ладно, пусть пока стоит. Скип. А, ясно. Хорошо, так, блядь, хрена. Тутима, что ты хочешь сказать? Меня тут зовут, кто меня зовет? Хотел. Угу. Так, Алекс Пупс. Yes. Что ты хочешь сказать? Я на стуле нахожусь. Ладно, ничего. Ящерка. А я тут. Что хочешь сказать? Привет.
год Джесус. Я так понимаю, ну, как я замыкающий, я хочу вам сказать, что приятные вам игры. А вы очень хорошие люди, надеюсь. Надеюсь, эту мафию найдем и проебет она. Ну, всем удачи. Всем пока, ставьте лайки, ебать. Это банда, что я хочу не спешила. А, я еще не замыкающий, бля, пизда. Командос, что не хочешь сказать? Нормально. Ой. Ты микрофон-то все новый? Ой. Отлично. Ну сейчас могу всем дать, но мне кажется, никто им пользоваться не будет. Я буду. В каких целях? Я буду. Оп, надо все набирать. Тут сейчас. А мне зачем голос? Пес. Я без голоса теперь. Да-да-да. Да-да-да, без голоса, конечно. Давай ночью. Да, 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 да. Все, зэки, засыпаем. Заснули? Нихуя мы не заснули. А все. Мы уже заканчиваем. А, блядь, да, мы только начали. Гесниться. Это, блядь, уже заново игру. Да мы только начали, нахуй. Да нормально, нихуя, ничего страшного, я держи. Можно я тогда тоже зайду, вы до меня тоже резни серкали? Да, конечно. Отлично. Заходи. Так, зэки, не подаем признаки жизни, ты 2 на 0. Не подаем, не двигаемся. Ну-ка, Женя, у меня такая роль. Обидно. Все, идите к нам. Роли вернутся. Я блять, я вас хоть по прямее реально поставлю, блять, а то вы нахуй. Блять, это так голос какой-то получился, ну это что-то. Да, спасибо, Женя. А привет, тебе надо будет говорить, а то я хочу. Нет, ну Женя. Я надо. Хочу. А, ну ты скажешь. Женя тоже. Да, ну слишком жестко подвинул, мне так не нравится. Это что? Что? Мне так не нравится. Все, зэки, не подаем признаки жизни. Че вы? Можно не сходить с места? Нет. Так, выдаю роли. Че, сделаю как было, только я не помню, кто таким был, блядь. Ну, примерно, помню. Могу в ОС написать, если надо. Че же мне за номер дал? Я помню пару ролей. А, нет, я помню роли, кому что выдавала. Блять. Че молчим? Парни, а шериф я не помню, мать, поэтому мать. Выдам рандомно. Так. Тем более я не выдам больше. Так, все, зэки. Чё, давайте, короче, ночь. Первые слова еще говорят Женя. Женя, что ты хочешь сказать? А у меня нет роли. Мяу. Ничего. Ага. Раньше. Удачи там в игре и так далее, сейчас ничего. Здравствуйте, а я. Ой, блядь, я слим роль не буду. Я выдала только основную. Ладно, что ты хочешь сказать, сейчас ночь не станет, я выдам вам. Ой, ну короче, я хочу сказать, во-первых, всем привет, во-вторых, то, что, короче, чекайте. А мы, короче, пришли вдвоем вот с эти КХ. Ясно. Крейксенел. Вот Крейксенел, вот. А мы пришли вдвоем, всем вам предыдущие роли выдали, соответственно, мы не можем быть никими. Вот, это сразу я алиби типа нам делаю, максимум шерифом, потому что шерифа не помнит, вот, ну крик, ну, неважно, вот, и еще, во-первых, я хочу сказать то, что я дровосек Василий, я работаю, блядь, 3 дня без зарплаты, вот, все, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки. А что, роли сегодня будут, да? Сейчас, подожди. Сука, опять мир. У меня ни одного мирного просто тут нет. А, прикольно играю. А-а-а, понял. Да-да, Панчер, да-да. Так, все, вроде все вроде есть. Так, все, короче, начинаем. Че, просыпается первый доктор и выбирает, кого лечить. Пишет мне в личное сообщение. Панчер, ты наводишь на себя подозрение просто. Обвиняя меня напрямую. Вот именно. Тем более,
учитывая, что все роли были выданы до их. До них. Соответственно, на сале. И мне опять ребята. Ту же самую роль выдал, ну а. Хорошо. Так вот я ты не поверишь, она принципиально мне не дает мафию, потому что меня сливают в первую же ночь, потому что, ну как бы. Потому что ты. Она и хочешь. Принципиально дает сенс ему на роль шлюхи, потому что это так и является. Понял. Это всем понятно. Понял. Я не выдаю тебе мафию, потому что ты сама этого не хочешь. Не знаю, я считаю уже Панчера подозрительным, то, что он меня так обвиняет. Так, следующая просыпается проститутка, пишет мне в личное сообщение, кого она изнасилует. Ага, я услышала проституточку. Так, сейчас, подождите, я кое-что сделаю, блядь. Витима, ты вообще где-то есть, кроме мегафона или нет? Так, следующая просыпается, получается, мафия. Мафия пишет мне в личное сообщение, кого она убьет. Как личное сообщение пишет? Блять, спалился. Конечно, блять. У меня этот. У меня абонент недоступен. Че ты мне за номер даешь? Могу сказать его номер, сейчас здесь. Все, я услышал мафию. Плюс 7, 99, 33, 34, 18, 16, 57. А, то есть это отбой мафия, да? Все понятно. Нет. А с чего это должно быть не так? А с чего это? Ебать у вас логика. То, блядь, он фиолетовый, то он нахуй не знает, то он не такой вы, блядь. Я не знаю вашей логики, я всегда нахуй поражаюсь, блядь. Или, ты или, думаешь, слушай, я есть? Твоя подружка, поэтому я мафия. Да, блядь. Так, все, вроде. Так, кто еще? Шериф, да? Так, шериф, кого проверить? А проститутка, я не понял. Проститутка уже все. А, да? Уже да, отработала, да. Блядь. Я приебал. Смена закончилась. Да ты вообще слишком ленивый, чтобы зарабатывать, что ты ловишь? Так, убили, изнасиловали у нас ящерку. Отлично. Блять, как так? Что? Сенсман вот не был комбо. Проституткой? Это да. Что-то новенькое. Я не буду говорить, я же подряд это уже давать, вы чё? А он, Женя, он мафия, карту какую-нибудь открыл, или он был мирным жителем? Кто он был? Да, он, я мафия. Он мирный, да. Мирный, блядь, обидно. Ну это... Кто там? Саймон, у меня к тебе предложение есть. Ты роли просто не называй, короче, если это не мафия, естественно, бит. Просто, ну, типа, он может сам запутать и сказать, ебать, я был доктором, например. Просто так, типа, простора больше действий. А, ну я да. Я мафия был. Понял. Да чё пиздишь-то? В смысле? Да не пиздишь. Как можно себя убить, когда у меня такого... У него суицид, отстаньте, он сам себя ебанул. О, здравствуйте, Михаил. Ёбнутый бегитесь. Чё, твои последние слова? Давайте это, как нам говорят, желание последнего всегда выполняют, ой, как там, последнее желание этого, того, кого убивают, выполняют, да? Нет, жесть, да, вот ты, на кого ты жалуешься. Да. Это в тюрьме перед казнью делают. Да, вот. Типа, понял, на электрическом стуле. Да. Поэтому у тебя давайте... не на электрическом стуле. Все проголосуем, да? Его на пифине казнят. Проголосуйте все, да. Тебя казнят ровно в 22:22, твои слова. Все проголосуйте за этого, блядь, за сексуала. Убивайте его, короче. Да пиздец. Только зашли в игру, блядь. Мы понаблюдаем за ним, мы понаблюдаем. Нет, убивайте его сразу. Гасим толпой. А, кто за... Давай, чё, с голосованием или с предположениями? Давай с обсуждениями. Да, давай, в принципе, сейчас время есть. Сейчас время есть, поэтому можно. Чё, КТ, что ты думаешь? Да за сексуала и всё. Ну я хз. Вроде как у Сенсмана до сих пор передо мной нетяжное обещание, поэтому брать он не может, я голосую за сексуала. Кто за Дарьбоя? Чё, правильно, ты до сих пор мою часть обещания не выполнил, мне говорю. Блядь, привлечем. It's time to choose. Сексуала. Двадцать минут нам хватит. Угу.
Так, скину каждому по 500, кто за секс. Короче, я попрошу внимания, нахуй, хоп-хоп, ебать. Короче, я сразу подтвержу еще раз алиби, то, что мы подключились после игры, зачем ты на мне стоишь, а с этой, с КХР... со сложным ником, вот. А, соответственно, если вам выдали все предыдущие роли, значит, вы это, блядь. У нас же есть железное алиби, кроме шерифа. Шериф может быть либо у меня, либо у нее, потому что шерифа, как сказал Саймон, забыл. Вот. А, соответственно, этот... Из подозрительных, мне кажется, подозрительным либо предприниматель реально, потому что, ну, блядь, делает деньги вот так вот. Это нахуй так оно и делается на самом деле. Либо что-то Даркбой. Просто Даркбой, он сам по себе темный парень, он может это говорить буквами даже. Прикинь, пиздеть. Нихуя на меня смотрит. Вот. Опять фашкальная логика. Ну, блядь, ну просто здорово, ебать. Просто предприниматель, он настораживает меня. Он сам по себе человек такой скрытный, он не пишет, не разговаривает. Это, блядь. Нет, не успокойся, нахуй. А Даркбой, знаешь, такая личность, которая в очках, как бы, но без очков. Все, 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 я закончил. Хорошо. Единственный человек, который знает логические цепочки. Восточная мудрость. Пожалуйста. Анальный мудрец. Что ты думаешь? Влада, можешь сделать день, пожалуйста, экран темнеет. Бля, я сейчас скоро выскажусь нахуй насчет Панчера, блядь. Что происходит? Происходит, я просто стутимо за сосиски разговаривал. Влада, ты АФК что ли? Да, чё тут. Да. Он написал ХЗ. Угу. Так, стутимо, ты чё думаешь? По поводу чего нахуй? Это мои сосиски, а не тутимо. Мои? Они не мои, я не понял. Я ему по почте отправляю, чё там надо. Тише. Он мне согласился по почте. Тише, ладно, говорят! Что думаешь? Что я думаю? Угу. Ну, так, Алекс, собственно, мы тебя услышали. Женя, ты что думаешь? На самом деле... Можно я скажу, пожалуйста, спасибо? Короче, на самом деле я не понимаю вашей логики, учитывая то, что когда мы присоединились в игру, ну, как бы, получается, Саймон реально сказал, что роли были такие же, какие вам раздавались изначально, мы подключились, как бы, ролей у нас как таковых не было, короче. Неизвестно, короче, кто шериф, потому что шериф, типа, неопределённый, или Саймон забыл. Вот, насчет Панчера не понимаю, насчет его тупой логики в плане «Она твоя подружка, поэтому она мафия, блядь». Ну, типа, у тебя, видимо, какая-то роль, и ты скрываешь. Непонятно, для чего ты это высрал. Но в этой игре, в этом раунде я пока воздержусь, потому что никого еще не знаю. Вот. Михалыч меня бьет. Ну что, жопа, ты что думаешь? Ну, короче, я думаю, вот, у меня подозрение массовое на этого... Так, Даркбой и на... И на КТ. А, короче, подозреваю их то, что они мафия, но пока что не буду судить, то посмотрим на следующую ночь. Кто за КТ? Кто за Даркбоя? Да. Кто за Сексуала? Да. Кто за Панчера? Я тоже хуею Сексуала. А чё происходит? Ага, двое. Так, кто за предпринимателя? Блядь, Сексуал, ты за кого? За предпринимателя. Угу. И Алекс за предпринимателя. Кто за Тутима? А, блядь, уже 8 голосов на... А, 6, нет, всё. Я. Угу. Никто? Кто за Алекс Пупс? Кто за Женю?
Что за слабость? Чего? Кто за good the Jesus? Извиняюсь. Где ты слабость видишь? Стоп, это не слабость? Это же слабость. Не. Слабость. Я раб слабости, я раб слабости. Не. Да. Слабости же не надо. Слабости Steam. А, ты раб слабости. А, ясно. А чё слабости не говорил, что в ней рабы есть? С каких пор? Так, ты точно. А, по голосованию никто не выбывает, потому что там ёвна по два голоса. А вот. Так может просто переголосование сделать, но только за нас голосовать можно. Ну, давайте. Есть новость сделать. Или дай нам по 30 секунд еще, чтобы оправдаться, или сколько там времени, а потом заново переголосование будет. Да, и давайте. Мы так секунду будем просто оправдываться. Давай, Кирюч, по-быстрому. Я помню, тоже. Сделай, пожалуйста, день-ночь снова. День-ночь, пожалуйста. Ой, ночь-день. Давай. О. Я оправдываюсь? И что? Да. Михалыч, бьет. Отлично. Короче, подожди, бьет. подожди, пауза. Мне нужна буква. Короче, мне еще подозрения небольшие такие появились на то, что те, кто проголосовал за меня, Коты и Тутима, кто-то из них может быть еще дополнительно, потому что, ну, объективно, по фактам мы с КРХРХ. Блять, ну вот с ней, короче, мы по фактам. Женя! Евгений. Что? Ну вот, короче, мы с ней по фактам раскидали, почему никто из нас мафия не может быть, они все равно проголосовали. Типа, как дань отдать последнему тому, кто это сказал, он просто, ну типа, это подозрительно странно, все равно они его выглядят. Вот, и это, в принципе, все, что я хотел сказать. А, панчер? Там не панчер был, там, по-моему, этот был, кто его? Нет, да, не панчер, у него... Панчер, там панчер. Все. Ты что хочешь сказать? Ну, блядь, панчер не АПК, а... А, спасибо. Угу. Ясно. А, предприниматель? Так, ладно, давайте по новой голосовать. Так, кто за сексола? Я. Головка от хуя, блядь. Чё ты меня, сука, это... Панчер? Кто за панчер? Кто за предпринимателя? Я. Ага. Предпринимателя. Заебись, вы убили проститутку. Бля, ну не надо было роль называть. Слава богу, кого никого насиловать не буду теперь. Когда шалиби дает. Так, всё, а ты прям часто её услугами пользовался, у тебя денег на этих, кому ты врёшь. Спим, блядь. Так, шериф пишет, кого мне проверить. Угу. Шериф меня понял, доктор пишет, кого вылечить, вот. Угу. Так. Так, мафия пишет, кого она убьет этой ночью. Ага. Так, что, все пришли, да? Да, все. Так, зэки, просыпаемся. Сегодня убили и вылечили КТ, то есть КТ остался жив. Проститутки не было. Соответственно, это повезло. Угу. Отлично, короче, у меня еще подозрения на КТ, то, что были, за то, что он на меня голосовал, это похуй, это снимается, потому что, ну, суицид, я так полагаю, недоступен в этой игре. Ну, это реально как-то бредово, типа. Вот.
Поэтому, раз предприниматель никем был, он дохуя скрытным был, поэтому на него подумал, чисто не пизданул, ничего не это. Как будто, типа, знаете, серая такая лошадка. Вот. А остается подозрение либо на торговле, либо панчера из этого. Но я за панчера могу сказать то, что, типа, когда мафия голосовала, он в тхуде писал. То есть он, в принципе, может успеть еще и в ПН написать. Но вот это все-таки немножко, но. Да, будет заиграй. Вот. Хотя бы компас.